Северодвинск, мы остаемся. Под таким девизом прошел школьный КВН в детско-юношеском центре. 2 часа смеха подарили залу 3 школьные команды. По словам организаторов, желающих шутить молодежи в городе сейчас мало. К сравнению, 5 лет назад школьных команд на игру заявлялось около десятка. Проезжали по Советской, завернули на Труда, развалилась вся подвеска и 4 колеса. Авторы этих юмористических стихов о родном городе – ученики 31-й гимназии. Шутками они борются за звание самых веселых и находчивых еще с 2 школами – 24-й и 6-й. К городскому этапу КВН готовились 12 месяцев. Например, команда «За мостом» из 24-й школы новые шутки начала придумывать, как только закончился КВН прошлого года. Главные наши критерии – это смешно, адекватно, ну и без пошлости, конечно. Толерантность. Если не знаешь, о чем говорить, то не шути. Об этом. А я вообще так, если смешно, то прокатит. Главное, чтобы вошло и преподнести хорошо шутку. Так, главная тема у нас школьная. Так, ребята, заполняем бланки черными гелевыми ручками. Мама купила синюю! Школьные КВНщики шутили на тему Сочинской олимпиады, российских законов, отношения полов. Игра прошла в 4 этапа. Визитка, представление своей команды, разминка, где на вопрос жюри нужно дать смешной ответ за 30 секунд, биатлон, где шутки команды зачитывают по очереди, и стэм. Ответьте на вопрос, пожалуйста, зачем городу нужно круглосуточное телевидение? Итак, время пошло. Круглосуточных магазинов искусно было продавцам. Веселые и находчивые в нашем городе выступают 2-й сезон. До этого был 2-летний перерыв. В Северодвинске просто не было желающих шутить школьников. Раньше у нас были и областные КВН, где приезжали по 20 команд с области, были городские КВН, когда было, ну, я не знаю, по 10 команд точно набиралось. Сейчас областного, да, мы не проводим, только городской. Надежды на поднятие статуса клуба веселых и находчивых организаторы все-таки не оставляют. В перспективе возродить областные игры. А в этой победу одержали те, кто за мостом. 24-я школа. Лучшей признана шутка про психологический возраст. 6-я школа, команда 6-я авеню. Многие проходили ВКонтакте тест на психологический возраст. Это Руслан. Его биологический возраст 16 лет, а психологический 8. Анна Бибикова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска.